право какой пустяк. Кончилась вся еда, в погребе ром иссяк. На дворе Новый год, пятую ночь подряд ром горожанин пьет, все в один голос вопят. Крик подобен грому, дайте людям рому. Нужно по-любому людям выпить рому. Что ты гостям суешь, шахматы и лото? Нас ты не проведешь, трактирщик ты или кто? Где? Где пианист под роялем спит? У-у-у-у, скрипача голова болит. Весь приличный люд превратился в скрот. Не унять народ, здравствуй, Новый год! Гостям, конечно, нужен ром, а он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир. Хай! Хай! Крик подобен грому. Дайте людям рому. Нужно по-любому людям выпить рому. Трактир зашел аббат, ну да и шут бы с ним. Если б не странный факт, то что и шут был с ним. И оглядев людей, пищу сварили всем из шутовских статей и богословских тем. Где? Где пианист? Под роялем спит. У-у-у-у, скрипача инструмент разбит.
идут побеги трусостью, высокомерие и равнодушие. Ровно дыши, это способ обрести способность не слышать, когда ты внимательно слушаешь, смотреть в глаза, за, как гвоздь насквозь, измеряя здравым смыслом мысли, шаги, давай лги себе, что так правильно, но тебе так просто спокойней, ну? Попробуй вспомнить, да, где там?